Желаю всем добра и мыслей светлых. Пускай обиды прошлые уйдут, от них вы избавляйтесь незаметно. Простить и отпустить – нелегкий труд, но каждым утром рано на рассвете попробуйте кого-нибудь простить. За то, что солнце в небе ярко светит, начните жизнь свою благодарить. Она ведь посылает вам уроки, чтоб стали вы отзывчивее, мудрей, а слышат лишь обидные упреки, то денег нет, то верных нет друзей. Вы жизнь свою за все благодарите, за то, что вы не знаете войны, за то, что у компьютера сидите, за то, что вы кому-нибудь нужны, за то, что есть у вас семья и дети, а если нет, просите у нее, она ведь не глуха и вам ответит, прощая вас за прежнее нытье. Хотите быть богатыми? Мечтайте. К вам деньги будут сами приходить. Хотите быть счастливыми? Дерзайте. Учитесь доверять, прощать, любить. Представьте жизнь свою без опасений, без страхов, без упреков и обид. Освободитесь от пустых сомнений. Увидите, что, к счастью, путь открыт. Оставьте ваше прошлое в покое. Оно ушло. Обратно не вернуть. Задумайтесь сегодня над судьбою и начертите в мыслях светлый путь. Весь мир под одного не перестроить, но можно перестроить мир внутри. И лучше доверять, чем вечно спорить. И лучше отыскать, чем не найти. Вам жизнь дает бесценные советы. Того, что есть, могло бы и не быть. Представили, за каждый лучик света учите жизнь свою благодарить.